Добрый день, уважаемые зрители и, возможно, даже читатели блога «Записки журналиста геймера». Вот и решил я попробовать в неком новом жанре, то есть дополнить видео неким вступительным голосовым рядом. Я не думаю, что я буду в будущем накладывать голос на какие-то видеоролики прямо в процессе, потому что я считаю, что прохождение это такое вдумчивое дело, то есть лично у меня, если это ролевая игра, или если где-то надо читать, или смотреть, или озираться, ну, в общем, такое, ну, не какой-нибудь экшен, где там просто у тебя в стиле Call of Duty, а просто иногда нечего сказать, то есть ты погружаешься в игру, и вот как у меня было с Mass Effect, я на первом стриме там целый час делал персонажа. Это одно. А здесь пока попробую делать такие вступительные ролики. Сегодня у нас первый видеоролик посвящен Tomb Raider еще в вариации Definitive Edition. Это та самая игра, которая вышла в 2013 году для ПК, для консоли прошлого поколения. Потом она была переиздана для уже консоли нового поколения. Я к ней подходил, если можно так выразиться, раза три. То есть вначале в Steam, когда она только вышла, я начал ее проходить, но у меня компьютер взлетал, было очень некомфортно в плане шума. И потом появилась PlayStation 4, у меня просто я ее купил по огромной скидке, она стоила чуть ли не меньше, чем в Steam. И вот сейчас допрошел уже на PlayStation 4, поэтому самые последние видео будут в более хорошем качестве. И я желаю всем хорошего просмотра, надеюсь, что вот такой новый формат подачи, чуть-чуть новый, будет востребован, интересен, а там посмотрим, как пойдет. Я думаю, роликов будет много, потому что игра, я попытался пройти все, то есть все там ачивочки более-менее, археолог и так далее. Если кому интересно, могу скриншот. Всем приятного просмотра. Один известный путешественник сказал: «Исключительно не мы, а то, что мы делаем». Я отправилась на поиски себя и приключений. Но приключения сами нашли меня. Тяжелые минуты, когда жизнь проносится перед глазами, мы находим то, что нас поддерживает. То, что придает нам сил.
нужно вниз. Мне будет больно. Thank you.
Надо выбираться отсюда. Огонь! Слава богу! Это еще что такое? Отсюда!
Где же все? Ушли вглубь острова. Ладно, спокойно. Значит, они прошли здесь.
Есть кто на связи? Ответьте! Знакомьтесь, перед вами будущее светило мировой археологии Лара Крофт. За работой. Сейчас она занимается поисками страны Яматай, которой правила Пимика, императрица Солнца. Она же моя прабабушка. Сэмми, это не смешно. Знаю, дорогая. Просто хочу немного разрядить обстановку. Все уже на пределе. Что тебя так напрягает? Я близка к разгадке, это точно. Но не знаю, станут ли они меня слушать. Да и надо ли меня слушать. Лара, ты прекрасно знаешь, никто не разбирается в этом лучше тебя. Я сейчас абсолютно серьезно. Я верю тебе. Рот верит. Разве этого мало? Все, хватит, перерыв. Я хочу выпить. Окей, окей. И Сэмми, спасибо. Она не всегда такая зануда. Я несерьезно отношусь к экспедиции. Не говори так, Лара. Нас финансирует не только семья Сэмми. Я рискнул всем состоянием. Ну, мы все чем-то рискнули. Нас не будут финансировать вечно, Уитман. И поэтому мы должны идти на восток, а не на запад. У нас нет данных. Нет данных, что Яматай так далеко на востоке. В книгах об этом ни слова. Но авторы этих книг не нашли Яматай. Я уже обсуждала это с Ротом. Нет никакого смысла идти по чужим стопам, доктор Уитман. Я не готов поставить на карту свою репутацию. Напомню, я здесь ведущий археолог. Давно были в экспедиции без софитов и камер? У меня 30 лет опыта и 2 научные степени. А ваше дело – лодка, мистер Грим. Корабль, доктор Уитман, корабль. И это и без степени. Слушайте, видно. Строго на востоке лежит треугольник дракона. Именно туда нам и надо. Лара, птенчик мой, я пойду за тобой хоть к черту, но там плохая энергетика. И страшные бури. Рядом с ним Бермудский треугольник – просто ерунда. Но я с вами. Легенды гласят, что императрица Пимика умела вызывать бури, а в мифах обычно есть доля истины. Что если Яматай находился прямо в треугольнике? Вот, смотрите, спутниковые фотографии треугольника дракона. Мне это не нравится. Там вода, значит, пройдем. Неужели вы это серьезно? Рейс права. У нас нет денег на безделье. Сейчас или никогда. Лара предлагает свежую идею и план. Я здесь капитан, и мне решать. Мы идем в треугольник дракона. Что я тут делаю? Нельзя сидеть на месте. Нужно найти какую-то еду.
боже! Что здесь происходит? Стоп! Лук мне пригодится. Мне нужно оружие. Нужно найти оружие. Я справлюсь. Посмотрим, в каком он состоянии. Просто вспомни уроки Рота. Ты можешь владеть самыми передовыми технологиями в мире, но это ничего не значит, если ты не умеешь сосредоточиться. Это ключ к успеху. Я хочу есть. Я должна найти его. Какая-то коробка. Кто же оставил их здесь? Thank you.
это снова случилось. Теперь рядовой Касуки. Прошлой ночью он был в карауле у ворот. Никто ничего не слышал, а утром нашли его каску. И все. Ни следов, ни крови, ни гильз. Ничего. Некоторые думают, что это дело рук китайских партизан, а то и американцев. Слепое дурачье. Они понятия не имеют, что здесь происходит. Нас преследуют они. Древние демоны, не знающие покоя. Они обитают в древних руинах этого острова. Мы здесь пришлые, и они наблюдают за нами и выжидают. Эти обломки, руины, весь остров – одно большое кладбище. Рано или поздно они придут за нами. За каждым из нас. Пора в лагерь. Лара, при тебе не всегда будет крутой гаджет, который подскажет тебе, где ты находишься. Научись читать землю и звезды, и ты всегда найдешь дорогу домой. Thank you.
Я Конрад Рот, капитан Эндьюран. Наш корабль разбился у острова в треугольнике дракона. Рот? Лара? Ты жив? Спокойно, спокойно. Как ты? Что с тобой случилось? Я помню берег. Потом темнота, и я очнулась в пещере. Там был какой-то сумасшедший, Рот. И мертвец. Боже. Где ты сейчас, Лара? В безопасности? Мне было так страшно. Это я во всем виновата. Только я... Лара, слушай меня. Я успел послать сигнал бедствия с Эндьюранс, прежде чем покинул корабль. Надеюсь, кто-нибудь его принял. Мне удалось связаться с остальными. Все сходимся ко мне. Пожалуйста, забери меня. Я должен оставаться здесь. Ты справишься, Лара. Помнишь подъем на Сноудон? Ты тогда сказала, главное помнить, что нужно идти, идти дальше. Найди путь на гору через развалины. И не выключай рацию. Хорошо. Музыка. Есть там кто?